Агронаука Казахстана сегодня проходит серьезный процесс модернизации. Кардинальные изменения отраслевая наука ждала давно. К тому же ее потенциал применяется слабо. Инновации, передовые технологии бизнес агросектора только начинает внедрять. Отсутствует и стимул для привлечения молодежи в науку. Сегодня в программе мы расскажем, как скоро в республике появится новый пласт молодых ученых международного уровня. Молодежный агролаб-нетворкинг собрал молодых представителей аграрной науки для презентации и обсуждения разработок, которые необходимы сегодня сельскому хозяйству страны. Передовые ученые и исследовательские центры готовы помочь будущему поколению профессоров аграрных наук посредством коммерциализации предложенных технологий. Сегодняшнее мероприятие мы позиционируем как нетворкинговая сессия. Мы хотим перезнакомить всех. Не только между собой внутри агронауки, но и с учеными Назарбаев университета, с учеными других отраслей. Для чего? Для того, чтобы вот эта молодежь, она понимала, что она в среде находится. На самом деле в этой синергии всегда и рождаются очень хорошие проекты. Сегодня задача номер один – быстро накачать науку знаниями. Согласно плану, в ближайшие сроки будет собрана группа в 20 человек, которые отправятся на обучение за рубеж. До 2024 года уедут получать знания в заграничные вузы и НИИ 300 казахстанцев. Мы сейчас налаживаем контакты со Соединенными Штатами Америки, Бразилией, с Голландией, с Германией. Для того, чтобы совместные вот такие программы научные делать. Вот есть такая практика LabX. Это в свое время. Это делает Корея с Соединенными Штатами Америки, Китай с Соединенными Штатами Америки делает, это Бразилия делает с Соединенными Штатами Америки. Когда создается некая это виртуальная лаборатория, то есть есть ученые, например, с Кореи, ученые Соединенных Штатов Америки, объединяются в одну группу и берут какую-то тему. Пока они тему эту прорабатывают, они общаются между собой, друг другу методами делятся, и на этом развивается все вместе. Ну, понятно, так, кто где более там глубокая развитая наука, они учат и других, но на самом деле очень много получают и сами. Поэтому вот эту практику мы хотим сделать. У нас уже есть несколько идей, на которые мы хотели бы сфокусировать свои усилия. Есть страны, которые занимаются экспортом своих инноваций. Это США, Израиль, Германия, Франция. Есть и те, кто обеспечивает отечественные АПК собственными технологиями. К ним относятся Бразилия и Аргентина. Казахстан же находится в списке стран, импортирующих технологии. И чтобы поменять этот статус и стать самодостаточным государством со своей сильной аграрной наукой, будет взят пример Бразилии. Когда-то 1200 молодых бразильцев прошли обучение в Соединенных Штатах Америки, получили ученые степени и вернулись в свою страну для внедрения полученного опыта. У нас тоже есть такая амбиция. Вы слышали послание президента, что агронаука имеет очень важное значение. В целом агросектору выделяет дополнительные средства. Еще есть одно поручение – довести финансирование агронауки до 1% от ВВП сельскохозяйственной отрасли. Поэтому мы считаем, у нас есть все условия для того, чтобы тоже поставить себе высокие цели. И в первую очередь работать на будущее, работать на то, чтобы создавать вот этот человеческий капитал. Дискуссионная площадка позволила молодым ученым ознакомиться с современными технологиями и трендами в сфере сельского хозяйства. Например, геномная селекция, зеленые технологии, молекулярная биология и умное земледелие. Среди них были идеи, разработанные молодыми специалистами, что вдохновит начинающих ученых и даст стимул для разработки смелых, серьезных проектов. Мы занимаемся технологией точного земледелия с помощью беспилотных летательных аппаратов и специализированных камер. На выходе, получается, мы предоставляем фермеру три интерактивные карты. Первая карта – карта NDVI формата, благодаря которой фермер, и мы можем точно определить проблемные зоны, которые находятся на его участках поля. Далее наши профильные специалисты, почвоведы, агрономы выезжают на эти участки и в стенах университета берут наземные пробы и в стенах университета проводят анализ. После проведения анализа мы приходим к определенному выводу и даем свои рекомендации фермеру. Также мы предоставляем карту визуального формата. Основное преимущество данной карты – то, что она имеет точную GPS-привязку и является своего рода детальным ортофотопланом с мощной детализацией объекта. Благодаря этому мы можем найти все механические повреждения, которые находятся у фермера. В основном это бывает либо заражение вредителями, либо это какое-либо заболевание. Наши специализированные карты помогают точно найти очаг поражения, а уже профильные специалисты выясняют, что это за проблема. И после выявления анализов, получения анализов, мы приходим к определенному выводу.
что это за проблема. И Казахский национальный аграрный университет помогает и нам, и фермеру решать эту проблему. Современные технологии предоставляют агробизнесмену массу возможностей улучшить и упростить свою работу. Любая идея, которая позволит сократить расходы и увеличить доходы, приветствуется. Но прежде фермер должен на практике убедиться в эффективности системы. Казахстанский аграрий верит только результату. В первый год мы работали, можно сказать, даже в ноль. Мы на бесплатной основе предоставляли карты, проделывали свою работу и... В принципе, после предоставления нашей работы у фермера была заинтересованность, и мы начинали работать. А в целом, можно сказать, что мы нового абсолютно ничего не придумали. Данные технологии уже более 10 лет работают в странах Запада, в Америке. Мы лишь взяли и адаптировали западные технологии под казахстанский рынок. В Казахстане 1540 ученых, занимающихся аграрной наукой. Почти треть из них – молодые специалисты. Больше половины – кандидаты и доктора наук, имеющие за плечами ученые степени и весомый опыт. Их возраст превышает 50 лет. Республике необходимо молодое поколение ученых международного класса. Каждый представленный участниками встречи проект был уникальным. К примеру, выращивание первого гибрида ржи и пшеницы, созданного человеком, названным Тритикали, в Казахстане не популярно. Однако эта культура отлично дополняет кормовой стол животных и не требует больших затрат при производстве. Есть проект по у биотехнологов по Тритикали, яровому Тритикали. Проект заключается в том, чтобы ускорить и помочь селекционерам процесс селекции. Сама селекция занимает, чтобы вывести сорт, около 15 лет. Не около, 15 лет занимает. При помощи биотехнологии этот процесс ускоряется на 5-6 лет. Проект будет вестись 3 года. Мы заказали из центра, международного центра улучшения пшеницы и кукурузы 30 сортов ярового Тритикали. На данный момент мы их умножаем в пределах научного исследования и также изучаем на предмет наличия генов устойчивости к бурой и желтой ржавчине. Среди последних успешных разработок – это опыт Института почвоведения. На засоленных землях Туркестанской области сумели вырастить хороший урожай. Там же проходят регистрацию новые сорта зерновых культур, устойчивые к болезням. В скором времени в каждой области будут открыты агроцентры. Региональные исследовательские центры будут информировать фермера о том, какие культуры и как возделывать на конкретном участке. Таким образом, все достижения казахстанской науки будут доступны отечественному агробизнесмену. Будет как одно окно. Любой фермер сможет подойти и получить доступ ко всей нашей науке, к разработке любой нашей научной организации. Плюс мы там на месте, на демонстрационной площадке будем показывать, как эта продукция растет. Но показывать мы будем не только наше, самое передовое. Что в этой области растет? Наши иностранные технологии применять, и сорта там, и не знаю, семена. Но будем тоже именно все, что в этой области, в этом регионе дает результат. Наша задача – подтолкнуть фермера, чтобы у него повысилась производительность. И там будут доступны все наши знания с точки зрения новых разработок. И это вот это одно окно, мы надеемся, станет вот этим центром притяжения. Любой, у кого есть вопрос, на который он ищет ответ, чтобы он пришел и там получил его. А если от этого ответа нет, то чтобы наука подхватила это и начала разрабатывать. По части престижа и привлекательности аграрная уступает место другим отраслевым наукам. Однако сегодня ученые в сфере сельского хозяйства работают на современном оборудовании, обрабатывают цифровые данные, используют новейшие разработки и технологии. Их труд оценивается достойно. По данным экспертов, месячный оклад хорошего ученого сегодня от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге. Это жалование плюс доли участия в финансируемых научных проектах. В среднем в НИИ, где грамотно выстроен менеджмент, молодой специалист зарабатывает от 300 тысяч тенге, ведущий – до 1,5 миллиона. Потенциально селекционер за свои изобретения может получать в разы больше, если его предложение даст коммерческий результат.